Приветствую вас на территории любимого города, где всегда ярко светит, а главное греет солнце. Сегодня мы расскажем вам о таком. Каждой синице по дому, каждой мухоловке по квартире. Красота города в его чистоте. Как избавиться от хронической усталости? Кошкин дом радушно открывает двери. Коллективу ботанического сада жизнь выставила две пятерки. Впервые в нашем любимом городе на территории Парка Победы установили 150 искусственных гнездовий. Развешанные дублянки стали надежным домом для синиц, мухоловок, горехвосток и других насекомоядных птиц. Подробнее о птичьем царстве Запорожья в нашем сюжете. Причиной снижения численности или исчезновения многих видов птиц в Запорожье является изменение среды их обитания. Санитарные рубки большого количества старых аварийных деревьев в парках и скверах на придомовых территориях лишают дома тех птиц, которые устанавливают свои гнезда в дуплах, а к ним относится большинство насекомоядных видов, незаменимых помощников человека в борьбе с вредителями зеленых насаждений. Действительно, настоящий птичий праздник пришел в этот парк, потому что такое количество дуплянок впервые вешается в нашем городе. В этом году уже большой прогресс. Вот мы надеемся, что большее количество школ примет участие в нем. В прошлом году было 10 школ, в этом году, надеемся, будет больше. Чтобы привлечь на территорию города крылатых санитаров, парков и скверов, в нашем любимом городе второй год подряд проходит конкурс «Птичье царство Запорожья». Конкурс состоялся благодаря инициативе Запорожского молодежного общества изучения и охраны птиц при поддержке городской власти. Да и как не поддержать, если этот социальный проект культивирует в молодых людях любовь к городу, окружающей среде и реально способен привлечь на гнездование насекомоядных птиц в наши парки и скверы. Мы каждый год будем брать по парку города и его полностью оборудовать высококачественными вот такими дуплянками для насекомоядных видов птиц, которые наполнят парки пением, будут приносить радость отдыхающим здесь людям, будут приносить радость деревьям, потому что они будут уничтожать вредителей. Изготовить домики для птиц помогли ребята из профессионального училища «Моторостроитель». Дублянки получились отличные, птицы в них заселились очень быстро. Их щебет приятно убаюкивает посетителей парков и скверов. И, наконец-то, в город заслуженно пришло тепло. Для крупных индустриальных мегаполисов, таких как Запорожье, подобные экопроекты актуальны и важны. Хочу всех поблагодарить и в первую очередь поблагодарить тех неравнодушных горожан, которые пришли и участвуют в этой акции. В этом году мы полностью закроем Парк Победы, это 150 дуплянок, и будем на каждый год закрывать один парк. Чистые улицы, парки и скверы – это отношение горожан к любимому городу. В Запорожье массово проходят субботники. Те горожане, которые хотя бы раз взяли в руки метлу или лопату, не выбросят мусор мимо урны. Любить город – значит его беречь. Пришла долгожданная весна. Это время года всегда ассоциируется с началом чего-то нового, светлого, чистого. Хочется навести порядок вокруг себя. Поэтому многие горожане устраивают генеральные уборки в квартирах, домах и в нашем большом общем доме в любимом городе. Запорожье накрыла волна субботников. Под этим словом обычно понимают организованный бесплатный труд на благо общества. Трудиться сообща и легче, и веселее. Опыт показывает, что там, где такие скверы внутри квартальные появляются, то заботу о них в большей части берут на себя жители окрестных домов. Я думаю, что это правильное направление. Хотя, безусловно, и городские коммунальные службы не останутся в стороне от этой работы. Традиция устраивать субботники пришла к нам со времен Советского Союза, датируемая 12 апреля 1919 года. Тогда сотрудники депо Московско-Казанской железной дороги после рабочего дня вернулись в цех ремонтировать паровозы. Подобный энтузиазм быстро распространился и в 30-е годы прошлого столетия. Именно тогда регулярно стали проводить массовые субботники. Из года в год с приходом первых теплых деньков люди выходили на уборку территорий, выполняли строительные работы. Сегодня в Запорожье на субботниках горожане вместе с коммунальными службами убирают мусор, высаживают цветы, деревья и даже развешивают дуплянки.
Каждый субботник – это реальное хорошее дело благоустройства города. В планах городской власти – установить новые лавочки, разбить клумбы. Помочь обязуются депутаты городского совета за счет своего депутатского фонда. Красота и чистота дворов во многом зависит от самих горожан. Весна – хороший повод организовать субботник и у себя во дворе. Соберите соседей, и они наверняка поддержат вашу инициативу. И если вы считаете подобное мероприятие пережитком прошлого, спешим вас заверить в обратном. Например, в Норвегии такие работы по благоустройству территории называются «дугнет». В Узбекистане – «хашар». Существует также день очистки водоемов, проводящийся под эгидой международной организации PADI. Убирая парки и скверы, придомовую территорию, мы начинаем ценить свой труд, а главное – любить город. Пользуясь случаем, хочу сказать, знаете, вот самый лучший вклад, который каждый горожанин может внести в чистоту нашего города, это просто не сорить. Это, на мой взгляд, очень просто, но в то же время эффект будет колоссальный. Давайте жить комфортно, с чистыми мыслями, шагая по чистым улицам. Синдром хронической усталости – болезнь, получившая наибольшее распространение в цивилизованных странах. Заболевание характеризуется длительной усталостью, которая не проходит даже после продолжительного отдыха. Провоцирующими факторами заболевания является несбалансированная эмоционально-интеллектуальная нагрузка в ущерб физической деятельности. В группе риска находятся жители крупных мегаполисов. Как избавиться от этого синдрома, мы узнаем прямо сейчас. Если вы никогда не слышали о синдроме хронической усталости, это не значит, что его не существует. Мировое сообщество впервые заговорило об этом заболевании примерно 20-30 лет назад. А за последние 5 лет синдром хронической усталости приобрел статус глобальной проблемы. Ведь по своему влиянию на социально-экономическую сферу он вышел на второе место после СПИДа. Мне, например, приходит масса предложений, приглашений на международные симпозиумы, конференции, конгрессы, где стоит на повестке дня один единственный вопрос – синдром хронической усталости. Ну и сейчас еще синдром эмоционального выгорания, они идут рука об руку друг с другом. Синдром хронической усталости или же неврастения – это болезнь мегаполисов. Высокий ритм жизни, огромные потоки информации, перманентное состояние стресса из-за страха потерять нажитое благополучие и возможность перспективы, а также давление стереотипов успешности приводит к тому, что люди перестают ощущать жизнь. Чем выше цивилизация, чем больше всевозможных требований и соответствий, тем выше процент заболеваемости. Перенапряженные и пресыщенные современники более не в состоянии получать удовольствие ни от чего. Когда мы превышаем ресурс возможного, эмоциональный ресурс, интеллектуальный, а плюс ко всему еще нарушается наша физическая активность, потому что все больше и больше мы живем так называемый оседлый образ жизни, если его можно так назвать. В ущерб физической нагрузки превышает эмоциональная и интеллектуальная составляющая, и ресурс иссякает, и это приводит к тому, что человек теряет абсолютный интерес к жизни. Это проявляется в двух противоположных формах – либо в чрезмерной активности, эмоциональности и агрессивности, либо в полном отсутствии сил. Интересно, что начальные симптомы синдрома хронической усталости очень похожи на вирусное заболевание.